Продолжаем выпуск. На западе Казахстана тоже неспокойные. Сегодня там говорят только об одном. Выстрелом в голову убит известный в регионе бизнесмен Виталий Каркула. Его супруга Валентина, депутат областного маслихата, тяжело ранена, она сейчас в коме. Айгуль Жамалова о деталях громкого убийства. Видео предоставлено уральским городским каналом ТДК-42. Поселок Калининская Зеленовского района. Именно здесь минувшей ночью произошло громкое нападение на семью известного бизнесмена Виталия Каркулы. Глава крестьянского хозяйства погиб из-за огнестрельного ранения в голову. Они его выстрелили два раза в него, а потом подвесили на руки. Ну, или пытали, или что, я не знаю. Жену ударили, чем-то голову пробили. В момент нападения дома находилась и супруга бизнесмена Валентина Каркула, депутат областного маслихата от Зеленовского района. Именно она, несмотря на полученные тяжелые ранения, смогла вызвать полицию и скорую помощь. К приезду врачей она уже впала в кому. Сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, говорят врачи. Осмотрели больную, поставили диагноз открытой черепной мозговой травмы. Была вызвана специалисты, областные специалисты, нейрохирурги. И в нашей больнице прооперировали ее. Операция длилась около 3 часов. По некоторым версиям, убийцы вынесли все ценные вещи и деньги. Однако сейчас правоохранители эту информацию опровергают. По их словам, в доме нашли 500 тысяч российских рублей, которые предназначались для поездки супругов в Объединенные Арабские Эмираты. Дома деньги лежат на видном месте, на подоконнике, в карманах одежды. Эти деньги не взяли. Значит, оргтехника на месте. Значит, 3 сотовых телефона, там в том числе новый хороший iPhone, тоже на месте, не завладели. Видимо, цель была большие деньги, супруга не выдала. По данным полицейских, в дом через окна проникли трое мужчин. Четвертый ждал своих подельников в машине. Специальная группа, которая расследует это дело, уже объявила солидное вознаграждение за любую информацию об этом инциденте. Айгуль Жамалова, 7 канал, Западно-Казахстанская область.